Книга «Открытым оком», том 15. Тема «Праздники». Вопрос 2938. Как получилось, что при множестве праздников в православии вы установили еще один дополнительный в январе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это не праздник, а день памятный, день рождения общины. В истории нашей крестовоздвиженской общины сказано, кавычки открыты, мы проводим официальное собрание общины в городе Барнауле 19 января 1991 года. Вот его копия. В кавычках. Протокол собрания общины верующих Свободной Российской Православной Церкви. На повестке вопрос об утверждении приходского устава Крестовоздвиженской общины СРПЦ Тамбовской епархии города Барнаула. Кавычки закрыты. Подробно описано в книге «Для Слова Божия нет уз», страница 258. На общем собрании общины 4 апреля 2001 года все единодушно согласились ежегодно отмечать рождение Крестовоздвиженской общины в первое воскресенье после 19 января, страница 263. Так, в 2006 году мы отметили это событие 22 января, воскресенье. После богослужения была праздничная трапеза с воспоминаниями, кто как пришел в общину. Я попросил всех написать, каким путем Бог привел в общину, в чем были разочарованы, что еще не нашли, что нужно сделать, чтобы быть ближе к Господу. И как видят в перспективе объединения с Московской Патриархией МП, постараться найти отступников и им эти же вопросы задать и попросить их высказаться, почему они ушли из общины куда-то. Они тогда мотивировали это тем, что тут где тоталитарный режим, что нет им духовного роста, мало в общине любви, и нашли ли они там, где они ныне то, что здесь не обрели. Теперь их разыскиваем и постараемся получить от них ответы. Хотя я заранее абсолютно точно знаю, что ни у одного из отступников нет духовного роста, что они просто ушли в мир или в проходной двор патриархийных храмов. Некоторые члены нашей общины в письменном виде описали, и мы сочли полезным ознакомить желающих, как Господь находит души. Апостол Павел трижды рассказывает, как он был найден Иисусом. Деяния 9.3. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Деяния 22.6. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Деяния 26.13. Среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Евангелие описывает встречи людей с Господом славы. Мы нашли вечную премудрость Иисуса Христа, Спасителя нашего. Притчи 8.35. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. Господь нашел каждого из нас и поставил на служение Ему и людям. 2 Тимофея 1.17. С великим тщанием искал меня и нашел. В свидетельстве сих малых мы видим любовь Христа к каждому из нас и абсолютное безразличие наемников в рясах, как по их вине гибнут миллионы душ и вся страна. Псалом 118, 176. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Иезекииль 34, 4. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Священники скрыли Библию от народа, и люди гибнут
от незнания Слова Божия. Осия 4:6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Великие и дивны дела твои, Господи, в творении твоем вереница чудес. И сам я родился, Владыка, не поздно ли? Успей восславить тебя и твой крест. Дела твои чудны, умом непостижимы. Лишь кромку едва приоткрыл, подглядел, не выдержит разум у немощной хижины. Чуть-чуть разобрался, уже посидел. Начну ли со звездного неба дивиться? Труды астрономов возьму сослуживцы. Галактик скопления гирляндами свисли, космической пылью присыплются мысли. Чудес и не счесть, милосердный Господь, в привычном их даже с избытком и больше, что движет? Едва приоткрылся капот, мерцание в конце у распахнутой штольни. Великие и чудные деяния Творца, как можно не видеть, что есть архитектор? Откуда берется под утро роса, и кто нам прорубит сомнения дебри? Все он удивление руками всплеснет, прищурится, глядя на море чудес. Кто быструю птицу отправил в полет и в шубу одел все зверье, то есть шерсть. Слепцы окаянные, хуже, безумцы на кляче трясутся слепой эволюции, без бога срамцы с объяснением суются, с теорией Дарвина, с мусором глупости. Великие чудны дела Саваофа, условные эпитеты неприложимы, и следом дело в анфас или в профиль, и скажем, что милостью только мы живы. Из ничего все по слову возникло, живет, расплождается, быстро стареет. От Бога по милости трезвые мысли, чудесно воскреснем мы, ставшие брением. 7.01.2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.